Друзья, гостевой проезд, столовая номер 7. Серединочка находит. Пойдем глянем, что почем стоит. Прямо интересно, время у нас 8:29, и люди уже сидят кушают. Столовая довольно-таки большая, на нее постоянно были хорошие отзывы. А вон у нас ценники все видны высоко-высоко. Пиво на разлив. Первое блюдо, в общем, больше 65 рублей, суп гороховый 75, суп грибной 75, суп харчо 110, суп лапша 80, суп сардинка 85, 75 рассольника, крошка 95, 150 ухай семги, тенахи 140, 120 солянка. Слушайте, прям много. Котлета по-домашнему 90 рублей, второе блюдо. Я думаю, приблизите, посмотрите, ребят, я все читаю, как мне особо хочется, но... Ценники все видно, ценники причем хорошие, прям от души говорю. Капучино латте и выпечка красивая. Блинчики можно поглядеть. Красота, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Окорочка жареная, тоже красота. Выпечка. И здесь тоже, блин, выбор просто бешеный. И аромат тоже стоит классный. И вот кашки молочные, допустим, 55, а пеканка 60, можно взять. А вот свинки на салатике. То есть, ну, за 55 свежую капусту можно взять. Допустим, свежие огурцы и помидоры 70 рублей. И тоже в холодильничке, тоже все красиво. Симпатично. Хлебушек здесь по 3 рубля. Салфеточки, вилки, ложки, причем даже разовые вилочки есть. Выбор на любой вкус, как говорится. Шикарно. В общем, друзья, если ели здесь, в этой столовой, обязательно пишите ваши отзывы, потому что отзывы самое важное. Я надеюсь, что все показал в качестве 4К 60 FPS. Я думаю, что у вас все получится записать. А мы пойдем снимать обзор на гостевой проезд.